Боец в синем углу, мастер спорта по боевому самбо, многократный чемпион Санкт-Петербурга по боевому самбо и грэпплингу. 25 лет, 175 рост, представляет бойцовские клубы ACB, Gym, SBB и iCall Manas. 7 побед, 3 поражения, 1 ничья, представляющий Кыргызстан, Дуньяр Чингиз Айтматов и... Кандидат мастера спорта по боевому самбо. Также неоднократный победитель турнира по боевому самбо. 22 года, 180 рост, представляющий клуб Нурсай. Профессиональный дебют. Тренер Дастан Эргашев из Таджикистана. Хаким Кафура. Рефери Владимир Балала. Бойцы на середину. Пожали руки. Внимательно слушаем мои команды, право нарушаем. Головой и локтями в голову не бьем. Затылок, позвоночник, пах не бьем. Коленями в голову работаем только в стойке. Соседку перчатки шорка не хватает. Покажите красивый бой. Ох, хорош! Ох, хорош! Yeah!
закончился первый раунд. Большое спасибо организаторам турнира за составленный карт. Посмотрите, какие поединки по накалу, по нарастающей идут. Никто не уступает ни сантиметру октагона. Мощнейшие удары ногами, руками. Прекрасные борцовские приемы показывают сегодня все спортсмены. А то, что заканчивается болевыми, удушающими на различный вкус и цвет. И здесь каждый доказывает, что он не зря потеет на тренировках и идет к своей победе. Поддержим участников бурными аплодисментами! И скоро мы узнаем, кто будет победителем в этом поединке. Кыргызстан против Таджикистана. Даниил Исмаилов, Хаким Гафуров. Второй раунд. Поддержим бойца! Oh,
турнира Загира Капарова для награждения. Итак, по истечении двух раундов ведут холостяком Данта победу!